А, боже ты мой, это вы. О, черт, мне нужны новые штаны. Эй, эти психи севера, они ждали сигнала и скоро тут появятся. Так где эти чертовы деньги? Расслабься, мы еще не на этой стороне. Ох, мне действительно казалось, что вы с этим разобрались. А сейчас они говорят, что мы должны оказать им услугу. Это значит, что услуга с меня. О, конечно, точно так. Разве я похож на того, кто может запугать присяжного? Я не могу запугать и ребенка, и поверьте мне, я пытался. Послушай, либо так, либо кузен Форелли Джорджа получает 5 лет за мошенничество. Тебе надо убрать этих ребят. Понятно, помочь присяжным передумать. Не беспокойтесь об этом. Нет! Я пробовал. Суд плохо разбирает дело. Они должны передумать. Ну ладно, придется еще немного дерьма раскидать. Кажется, я понял, кем я был в прошлой жизни. Идиот! Hey, mister, watch yourself! I do nothing, you punk me! Моя тачка, оставь мою тачку в покое. Эй, а кто мне за это заплатит? Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Он не виновен, пока я не скажу другое. Я не могу в это поверить. Невиновен, ясно? Отлично.